Всем привет, ребята! Меня зовут Леон 200, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием War Thunder Mobile. И сегодня мы будем с вами играть за кораблей. Да, ребят, будем продолжать там выполнять квесты, получать всякие награды и все такое. Да, ребята. Ну и, в общем, я бы хотел повыполнять некоторые квесты. Вот какие-то тут были. Сейчас, про танк. Вот. Такие вот квесты, вот, получить новые морские суда. Я, правда, не знаю, что это такое, но потом посмотрю, если что. Ну и какой-нибудь титул можешь получить. Ух, у меня этих титулов полно. Вот они. Вот, Кракен. Удачный жнец, бог войны. Еще вот такой вот пропуск буду прокачивать. И, может, вот будут такие вот штучки, видите, получать. И я потом, может, сниму открытие сундуков. Ну, открытие кейсов, в смысле. Вот они. Видите, у меня сейчас вот, видите, 300, а чуть потом поднакоплю и будем открывать. Ладно, ребят, погнали. Заходим. И как я давно не играл за корабли, ребят, вот просто... И, ну, сразу вот смотрим, что здесь как. Так, ну, вроде все я запомнил. Голос у меня что-то немного пропадает. Так, рулевой механизм. Торпедный аппарат там что ли было. Столкновение. Тихоокеанские острова. Ладно, так. Ожидание игроков. Ну и где игроки? О, все. Так, блин, я забыл ими управлять. Вот. Тут на эти стрелки придется нажимать. Да, в танках там не так, там немного по-другому. Все, у меня максимальная скорость. Так. Аккуратно. Потихонечку, помаленечку. Блин. Опа. Я там что-то видел. Так. Опа. Видите, я там кого-то вижу. А что, прицелимся. Вот так вот и... Да, долетит? Нет. И, походу... Откуда? Стопа, откуда? Откуда? Так, давайте вылечимся. А, вот он уж откуда. Так. Давайте торпед тут запустим. Так, ремонт тут в своем корабле сделал. Да. Так, ладно. Так, ну все, вроде. Ах! Да блин, ну я со всех сторон набиваю. Давайте вот сюда еще. Сюда. Блин. Мне крохнули. Блин, ну честно, как бы. На меня с двух сторон нападают. Я не знаю, вот в кого стрелять. Пипец. Ладно. Погнали дальше. Так. И, кстати, ребят, пока вот у меня игра загружается, хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы набрали 1500 подписчиков. Ребят, следующая цель — это 2000 подписчиков. Так что давайте, ребят, нажимайте на красную кнопку подписаться, если она у вас горит этим цветом. Ну, если серым цветом горит, то можете не переживать. Можете дальше смотреть видео. Ну, также можно поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А также еще подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка в комментариях. Ну, могу даже оставлять в закрепленном в описании, короче, да. Опа. Так. Так.
Я хоть попаду-то? Опа, попал. Так, я буду назад вот так вот отъезжать. Ох, май гад. Давайте еще. Так, давайте чуть пониже опустим, чтобы... Блин, что-то они меня в сторону немного. Нифига себе, он как уворачивается. Так. Ах ты ж. Да ладно, мне идея. Блин, почти. Опа, попал. Давайте вот так вот сделаем. И нет, не попал. Ладно. Так, по мне опять стреляет. Да вон там где-то. Ладно, давайте. Так, надо остановиться. Вон они. Это на подводной лодке. Ладно. Стреляем. Блин, почти. Я тут по своему союзнику стреляю, не по врагу. А, я понял. Как это надо сделать? О! Вот такая у меня тактика. Так, я тут еще смотрю, вижу одного. Блин, не забыла, тут ничего не видно. Так, вон он еще у нас ходит, ой, точнее плывет под водой. Так. Давай, попадешь мне? Блин, опять его кунус под воду. Ладно. Давайте-ка. Вот так вот подплывем. Тихо-тихо-тихо. Мой корабль что-то укачивает. Вот так. Ой. Мне попали. Так, вот он. Ну. Опа. Так, аптечку надо использовать. Блин, опять по мне. Стреляю, это кто? А, вон он. Вон, видите, вдалеке. Ой, походу уничтожили, блин. Не убили. А, это вот он, видите, рядом со мной, который плыл только что. О, вот раз чуть побольше. Ладно, погнали дальше. Так, ждем игроков. Блин, офигеть. Блин, стоп, посмотри, такое ощущение, что это не вода, а какой-то пол. Так, ладно. Погнали. Что-то наших убивать стали.
А там кто-то решил авиацию использовать. Офигеть. Так. Так. Я, походу... Блин, я сейчас врежусь, походу, в эту штуку. Блин, отразвернуться. И фух. Так, назад. Все. Еле вышел. Как все авиацию использовать? Я тоже хочу на авиации. Так. Ладно, пофиг. На эту авиацию давайте. Может, попробуем попасть. Еще вот так вот. И нет. Ладно. Типа попытался. Так. Блин, чуть меня не попал. Я первое место, кстати, занимаю. Так, сколько у нас еще осталось? Ой. Так. Так. Так, останавливаемся. Блин, мне попадают. Ё-моё. Так. Аккуратно. Блин, у меня вообще управление что-то плохое. Потеряно управление. Даже написано. Тихо. Я понял теперь, что вот эти вот красные полоски означают. Так. Интересно, что будет, если попробовать выехать за границу туда? Я потом, может, следующее видео про это сниму. Так.
Да, давайте все кидаем, все, что у нас есть. Аптечка уже используется. Блин, использует ваш ароматный комплект. О, я бы хоть кого-то грохнул. Ё-моё. Чё-то пока никого не вижу. Вон тот вообще далеко. А этот где-то вон там. Так. Давайте сейчас будем уплывать отсюда уже. Все, осталось последний, он находится вон там. Так, налево. Он даже полетел. Ой. Замечательно. О, все, мы победили. Четвертое место. Ну все. Так. Да, четвертое место. Только жалко, что не первое. Все. Ладно. Да, мне тут наград дали. Вот. Так, тут нету, а здесь. Ого, сколько их тут. Давайте-ка мы их соберем. Собираем. Тут тоже. И он нам дает 24 000. Ура. Еще 120 золота потом дадут. Ладно, ребята, буду прощаться с вами. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в комментариях. Ну а с вами был я, меня зовут Лен 200. И всем пока!